знаете, я могу сказать, почему она не подошла. Там есть, не маленький, там есть лифт, а лестницы почему-то нет. Правда, нет, она есть, но говорит, в выходные дни лестницы не работают. Я понимаю, что много пришло отдыхающих, как с детьми кино посмотреть и так далее. Поэтому давайте чуть-чуть подождем, ну, может быть, минуточку сам, она, наверное, уже здесь. Идет, прям вот тут вот уже идет. А нет, еще не очень. Ну, вы ее увидите, у нее поярче платье, чем у меня, конечно. Хотя я старался, между прочим, знаете, вполне, да? Ничего такого цвет. Парни оценили, летний вариант. То есть, ну, я мог, конечно, в шортах прийти, но уже как-то не солидно, уже ноги как не так волосатые, как раньше, знаете, уже немножко не то. Поэтому уже, да, но такие же, в общем-то, не кривые. Ну что, появилось это? Не появилось. Ну ладно, 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 это москвица. Не-не-не, нет, не зависит, это надо не ее кричать, это надо говорить, лифт просим, знаете. Пожалуйста, лифт, будьте, плиз лифт. Ничего страшного, мне вообще пообщаться с вами прям за счастье. Я, знаете, еще историю, вот расскажу коротенькую историю про песню «Горько Бабьего». Здесь, ну, не буду рассказывать. Встречайте, моя любимая девушка Наташа Ильичкова и песня... О, что-то выключается. Потише, может, чуть-чуть делать, чтобы не забирало. Нормально. Да не торопись, то есть я здесь. Давай ручку. Не торопись. Я же первый начинаю. Аплодисменты, прошу! Мой любимый,
Ты залетела? Лифт? Это меня радует. Лифт держали. Нормально. Не надо все валить на лифт. Конечно же, я вот Наташа признателен за то, что вот творчество у нас в моей команде, вы уже послушали, какое, да? Наташа позволяет мне и нашей команде исполнять другие песни, более романтичные, которые, в общем-то, тоже нравятся, я так понимаю. Вот одна из этих песен, мысль, которая возникла вот в Санкт-Петербурге, и она воплотилась, эта песня, я думаю, она вам понравится, называется она «Бумажные самолеты». Сейчас вот... Если что, да, спасибо. Я же начинаю, да? Давай. Ух, огромный хорошо. Далеко как в росте, не ближе, но и не дальше. Ты меня не отпустишь, но я засыпаю раньше.